Ну вот в этом помещении мы обычно работаем, сюда же приходят люди, Борис Леонидович Бухель их принимает. Публикуем здесь наши материалы на mspring.online. Здесь же у нас собираются волонтеры, вместе с ними мы придумываем какие-то невероятные штуки. В принципе, это вот такой вот маленький центр правозащитной жизни Могилева. У нас, получается, были куклы, потому что мы хотели искусственно увеличить количество участников нашей монстрации. Мы просто сделали кукол из газет, наклеили на них лица известных людей, вот, и стояли как бы вместе с ними, они тоже держали плакатики. А Николас Кейдж – это вот наш первый буквально вот такой черно-белый вариант, при помощи которого мы опробовали, каким должны быть, какого размера должны быть головы у этих кукол. Когда вы сказали, что у меня семья, у меня дети, я же только что признался. Плевать на честь, на долг, на закон, на присягу. Все. Человек стекленеет глаза. Все. Но после этого уже не разговаривать не хотят. Потому что иначе они просто тупо выполняют приказ. Да, мы все понимаем, но все заранее понимают, какой будет результат. Самые успешные страны соблюдают права человека. Если права человека соблюдаются, значит независимые ветви власти, суды отдельно, законодатели отдельно, исполнительная власть отдельно, друг друга уравновешивают, все работает, и государство богатеет. Как только начинают ради народа расстреливать людей, сразу экономика падает. Самое первое мое требование, чтобы включили в уголовно-исполнительный кодекс обязанность соблюдать права осужденных. Жемчужному не пустили, Полиенко в Бобруйска не пустили. Что толку ездить? Мы даже осужденных не видели. Где бы мы ни прошли, пустые, это помещения были пустые. Только дежурные какие-то, где-то что-то. С одной стороны, мы должны дублировать прокуратуру, КГК и прочее. Ни полномочий, ни сил, ни средств нет, ни специалистов. А с другой стороны, нам просто говорят, что мы не имеем права отвечать на письма. Тогда кто? Мы не юридическое, не физическое, но кто мы такие? Даже сейчас то, что есть, не хотят, что мы имеем право разговаривать с осужденными, вот, не дают. Это мы досылаем по Бобруйским СИЗО. Это скарги на умову отрывания от прокурора города Бобруйска, начальнику СИЗО и главу врачу зонального центра эпидемиологии. То, что нам откажет, и насамрэч уже досить цікавый кейс отримливается, а где борьба это будет долго. Прикладом, когда мы возьмем Бобруйск, там нету ресничек, потому что СИЗО находится в башне, якая побудована 200 годов тому, это помник архитектуры. И там еще хорош, там нема ресничек, там окно просто заколочено железным листом, и все. То есть просто ковалок металла таки, 2 на 2 метра, ну и фактично люди в темнице. Советую, ребята, трапляйте в Могилевский ВС, фактично евроремонт. Один там беда, это клопы. И то с этим так само змагаются. Остатние умовы утримания, да, самые наилепшие в Беларуси на сегодня. С допомогой тех же самых наших вот этих скаргов и компаний стало зрозуміло, что ремонт начался там в 2008 году. Причем и намаганиями Бориса Леонидовича начал писать скарги, да, что то и не так, то и не так, то и не так. И на самом речи начальству не было супроти. Они сами казали, что вы пишите, потому что ну да, блин, треба ремонтовать. И там отремонтовали вот все. По великим рахункам можем пановать вот, какому-нибудь молодому юристу. Никаких карьерных перспектив не можем пропановать. Можем твердо обещать всякие неприемности, проблемы на праце и так далее. Праца, она такая непростая, скажем так, в умовах, какие нас створяет держава. Я думаю, что дякуючи нам мы просто окреслюємо ніякі рамки, в яких держава мусить тримуватися.
Суток, правда, не было, были затримания всякие, ну, я боюсь, что вот не сделаешься, раз там основцов. Вот на фоне пушка было бледи. Ну и все, и пропал хороший план. А солнце не будем пирожку отжать? Нет, так вот здесь встать. Это пошли наши друзья, милиционеры, которые, как правило, пускают нас в суды. Они на самом деле очень доброжелательно относятся к правозащитникам. Мы когда приходим, у нас зачастую уже даже не спрашивают документов, они знают, что это крутые ребята из Весны, что типа проходите, и даже предупреждают иногда нас о том, что вот сегодня у нас будет проходить вот такой-то вот суд. Поэтому, если хотите, пожалуйста, присоединяйтесь. В общем-то, они предлагают нам такое правозащитное меню, и мы можем выбирать административные дела, уголовные дела. В 2017-18 годах мы подали именно Могилевский офис, по-моему, там около 7 или 8 жалоб. Вот. И сейчас рассчитываем на то, что Комитет по правам человека ООН примет какое-то адекватное решение по ним. В основном это жалобы были за марш нетунеядцев, когда в Могилеве было задержано около 10 человек. Буквально там пару месяцев назад еще поступила и журналистская жалоба. Главная наша особенность как правозащитников состоит в том, что нам приходится много коммуницировать с властями, выступать между ними и горожанами как такой своеобразный защищающий пласт. Но в целом, конечно, отношение властей к нам, оно такое слегка, с одной стороны, немного боятся, и с другой стороны, очень сильно как бы недолюбливают. А вот на этом превосходном месте могилевчане должны проводить все мирные собрания. Это разбитый полностью стадион. Последние футбольные турниры тут проводились, по-моему, лет 10 назад. Сам по себе район, на самом деле, крайне глухой, промышленный. Как это было у нас на монстрации? Мы взяли плакатики, встали посреди этого прекрасного асфальтового поля, набрали жизненных сил, а журналисты и зрители стояли за этим забором и смотрели на нас как зоопарк. С нами стояли милиционеры, и поэтому зоопарк получился разнообразным. Правозащитники и милиционеры. Вы поднимите в каких умовах и поставьте питання в некий новый офис. Кофеварку дайте нам. У нас очень великая проблема, нема кофеварки на офисе. Это капец. Кофеварку. Помогите, чем можете. Без кофеварки мы помрем.